пошли на прогулку по ночному Айнабе. Let's go. Where would you like to go? Конечно же, в Луна-парк идет наша звезда. Тут еще и вон люди носятся на таких вот мотоциклах. Ну, судя по тому, что мы... Помню, рыжий посек. Судя по яркости иллюминации, такая яркая иллюминация только на первой линии по центральной улице Айнапы. Если свернуть на параллельную улицу, это вот туда вот, то там пару ресторанов, темно и никого нет. Только гуляющие туристы, только на этой улице. Мы почти обошли все магазины. Везде приценились, посмотрели, как соблазнились. Вот тут мотоциклы, мотобайки. Стефан такси офис. Biggest strip club in Айнапа. Папа уже там почти побывал. Он одной ногой шагнул за красную дорожку. Но мы идем в Луна-парк. Сегодня последний день нашего отдыха. В стрип-клуб вам, конечно, нельзя. Ой. Все-таки классно отдыхать. Да, если прямо пойти, мы как раз упремся справа в кладбище местное. Или в Макдональдс. Или в Макдональдс. Где-то рядом. Что-то из двух точно нам попадется с правой стороны.